Мне стыдно потом это будет сломать. Всем привет, ребята, меня зовут Кристина Корс, и сегодня я буду угадывать песни. На ютубе есть такая фишка, как угадать песню за 10 секунд. Мне показалось, что 10 секунд это слишком много, я бы просто угадала все песни. И поэтому я решила сделать 5 секунд. У меня будет 5 секунд, чтобы распознать название песни и автора. Я на 70% уверена, что я отгадаю название песни, но вот насчет автора я очень сильно сомневаюсь, потому что, как правило, я его просто не знаю. Если я вдруг неправильно произнесу какого-то исполнителя, то извините, пожалуйста. За кадром будет сидеть мама и выбирать песни из Apple Music, которую я когда-то скачивала. У меня там где-то 300-400 песен, и она будет просто тыкать наугад. Соответственно, я не буду знать, что за песня, и должна буду как-то это отгадать. Должно получиться прикольно, но вы, в свою очередь, пишите в комментариях, сколько из прозвучавших песен вы угадали. Ну и давайте начнем. Я знаю. Скруджа «Взрыв в темноте». Yes. Русский проще угадывать. Yes. Там. Сейчас я припев надо вспомнить. Нет, я не вспомню название. Кажется. Опасность. Внимание. Danger. Нет, внимание. Attention. Yes. You just want attention. А кто? You don't want my heart. Кто? Кто-то? Чарли Пух. Как его зовут? Пух. Путх. Путх. Блин, я не знаю такого. Они вообще странные. Я вообще не знаю, кто это. Я таких вообще не знаю. Какие-то вылезли откуда-то. Давай. Bad Things? Нет. Блин, в смысле нет? Red Drum. Yes. Ира Эрис Трефер. Эри как-то там. Ну да, что-то такое. Эрис Трефер? Эрис Трефер, да. Ну что, похоже, я не помню. Сжигая дотла Халиб. Русских легче угадывать. Они все известны. Ролекс. Я не помню, кто поет. I just wanna roll it. Ну, кто поет? АО и ТЭО. Ну вот, да. One Dance Drake. Да, Drake One Dance. Wide Awake. На букву Э. Е. Э. 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 Эрик. Эрик. Сад. Сад. Никогда не запомню. Мне плохо, правда. Я хоть тысячу раз скажи, я не запомню. В смысле, была другая? Это же... Я просто чуть в середину перемотала. Блин, сначала ты сбила меня в смысле. Не надо, я угадаю. Это Чарли поет? Нет? Нет. Короче, Bonfire песня. Bonfire. Феликс Джахан какой-то. Ну почти Чарли, Феликс. Почти. Как она танцевала. Kimaro, Good Old Days. I was something just like this. Это Chainsmokers. Yes. Это Coldplay, я потеряла. У них, как Coldplay, ну совместно, да. У них очень классная обложка альбома. Нет, я не помню. Не, ну ты вспоминай. Я вторая попытка. Сейчас вторая попытка. Way, нет? On my way, TS. Как-то там, типа такого, я не знаю, как читается. Блин, как я могла забыть. Сип поет. Ну. Сип Бриз. Yes. Да. Руденко или Руденко. Я не знаю, это русский какой-то. Руденко, да. Руденко такой есть? Есть. Кто он вообще? What I would do to... I never be like you. Flum. Как-то так. Never be like you. Просто. Да, да. А кто это? Flum. Ну, flum. Да, flum. Да. Я не знаю. А, я знаю, Most Girls, а кто поет, я не знаю. Хейли Стэнфилд. Я не знаю такого. Девочка. Они все неизвестные какие-то.
5 секунд не прошло, прошло максимум 3. Ладно. Давайте. No man. А, это же Old Friends, Джасмин Томпсон. Yes. Я помню, это как-то МО такая, ой, у них странные. Leave me, don't leave me. Yes. Thanks. Миджента, но исполнителя я не знаю все равно. Баллен и Вилли Вильям. Вообще ниоткуда не есть. Не засчитываем. Почему? Thank you. Это моя любимая группа I'm Weak. Weak это называется. AGR. Это Лана Дель Рей, Summertime Sadness? Или... Young and Beautiful. Ну, неважно. Лана Дель Рей. И у нее такой прям умирающий песни. Питбул поет с кем-то совместно? Да? Питбул с кем-то? Нет. А что дальше? Алекс поет. Какой Алекс? Гауди. Ну? Я такого не знаю. Но песня известная же, старая какая-то. I don't wanna dance. Ah, I don't wanna dance. Shut up! Чё ты там, shut up какой-то? Да я помню, там слышится. Стой, я помню! Это поет Бусти. Yes. Бусти. Я не знаю, как Бусти. Бусти. Попкорн называется. Да. Давай что-то прям, чтобы я не отгадала. Это... Я слушаю эту песню всего 3 раза, поэтому я вряд ли угадаю. Don't like? No, I don't like, yes. I don't... Don't like? Я не знаю, кто бы это 3 раза слушала. Chief Keef. Блин, знакомая песня, давно я слушала. Стоп, тихо. А, это... У Эдны на звонке стоит! У Эдны на звонке стоит. Lords... Лордли. Лордли. Лорд. А кто поет? Лордли. Федор Лордли. Федор, да. А, я помню. Галантис Peanut Butter Jelly. Да. Шалалала. А, свала, что-то такое. Свала что-то, да? Называется песня? Да, свала называется. Let's go. Это все, что я услышала. А кто поет? Я такой вообще в жизни не угадала, если бы Let's Go не услышала. А кто поет? Let's Go. Халид. Халид, кстати, я такого, по-моему, знаю. Блин, да, это тоже он поет. Сейчас. Young Dumb Bro. Young... Блин, я знаю. Терапи. Блин, я целый альбом такие скачивала. Такие беленькие с крылышками. Angels. Yes. Блин. А я целый альбом скачивала. Да, я смотрю целый альбом, да. А она не знает, кто это. Я знаю, кто поет, но я не помню название песни. Я прослушала и все. Rhythm Inside. Это из Евровидения песня. And if we die tomorrow, we gonna wrap up. Это из Евровидения, 2016, да? Я еще и пою, и потом это услышу. Ну что, блин. Нормально. Я помню, 2016 или 2015. Я не помню, кто поет, но это, да, Rhythm Inside. Откуда у меня эта песня? Вот ты и не отгадала. Вторая попытка. Это Bad Things? No, Bad это. No, Bad. Lorde. Это Major Lazer. Что это? Major Lazer. Да. Это я в 2015-м еще покупала альбом. Это песня, дай угадаю. Это Roll the Bus. Night Two? Riders. Night Riders. Ту? Ту, чё? Original. Ту, оригинал. Да блин, я альбом опять-таки скачивала, я помню некоторые песни оттуда.
Это Майк Познер, да? И Айцу Капилла Небиза. Айтук. Айцу Капилла Небиза. Ибица. Ибица. Next to you. Next to you. Нет, продолжим страны и пляжи. Там Ибица была, а тут американский самый известный пляж. Бибичу. Малибу. Фу. Майли Сайрус. Блин, как я не угадала. Да блин. Можно еще одну секунду? Она витаминная песня. А это русский, что ли? Неважно. Монатик, витамин Б. Д. Д. Люблю, что-то там тебя, меня, любовь. Любовь, да? Нет. Чую. 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 А кто? Чую. Мужик поет. Логично. Чё логично, бабский голос? Не знаю. Чую. Паша. Паша какой-то. Лим. Блин, не знаю. Старая песня, да? Не знаю. Там идет это так. Потом вот так. Это из альбома Mirrors. Mirrors, да? Mirrors. Понятия. И там такое зеркало на альбоме. Да, на альбоме зеркало. Ну да, ты поняла. Обложка альбома. Home? Нет? Mirrors? Нет. Fire? Песня? Fire. Let? Чё let? Let? Light. Them let. In. Let them in. Там потом такая... В середине. Вот сейчас будет. Где твоя труба? Вот, вот. А, я помню. Это я знаю, кто поет. Celebrations, это поет LSP и The Big Russian Boss. Yes. Кстати, LSP недавно умер, человек. Ну вот и все, ребята, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте пальчик вверх под этим видео. Мне будет очень приятно. Ну а следующее видео уже в субботу, так что подписывайтесь на мой канал, чтобы его не пропустить. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео, и вы бы смогли посмотреть его первыми. Ну я вас всех люблю. Всем пока!